В фантастическом мире живем. Не, это не ортодоксальный момент будет. Это, так сказать, мое мировоззрение на это время. Может, оно и не нужно никому. Может быть, оно и не пропадет. Может быть, оно и останется. Бог его знает. Этот автобус, этот... Сам сюжет меня, жизнь подсказал сюжет. Он же кругом рядом сюжет. Фантастика такая, понимаешь? Вот мои вон дыньки, понимаешь? Мои дыньки. Чё что-то шукать? Я вот пляшки могу писать с удовольствием. Вот, бачишь, каучик. Упал, порепался, и туда сок потек. Я взял малювать. Вот подсказывает тоже, понимаешь? Саш, может, якусь дыньку розрежемо? Да, конечно, конечно. Сейчас розрежем, попробуем. Тут висит. Наш из города. А вулиця Татарська – це в Острозі. Вот кайка є, є в Острозі. Між алкоголики йдут. Они даже где-то уже падают. Собака, бачишь, какие? Не просто какие собака, знаешь. Вот есть две вещи, где можно врать. Осень можно писать любыми колерами. И собак наших, потому что вот там неведомо какой породы. Это так называемая сухая живопись. Вот. Мы будем работать еще. Я еще хочу. Марусю, кошку. Мне удалось, понимаешь, при помощи сухого нечто ирреальное создать, понимаешь? Вот он, вот, вопреки такой вот, ну, сухо, але воно тут спрацьовує, знаешь, вот. Я обычно люблю мазок, а здесь сухие, как будто не отсюда, как-то вот, вот есть, вот, нашел, и это надо сохранять. Оля, ну, по-моему, нет. Нет, были только там. Ангелы. Не просто ангелы, они имеют мощь. Вот. Они такие, знаешь, я бы не сказал, что они такие уж добрые. Саша, надо как бы это объяснить? Вот. Но они не демоны. Вот. Они архангелы. Они, вот. Я не знаю, как трудно даже объяснить. Да, они вот обладают мощью такой какой-то. То есть такие какие-то несокрушимые, понимаешь? Мы все человеческими методами меряем. У нас язык слабый. Цвет, он и начинает играть, глубина появляется. Вот, сразу глубина появляется. Вижу берег очарованный, очарованную даль. Самый сильный язык, вот если бы у меня было время еще жить долго, вот я бы выучил санскрит. Живопись называют голая мысль, ни о чем. Ни о чем. Самое тяжелое писать в том, чего вообще уже и нет. Вот вся дюна песчаная, она написана абсолютно с натуры. И навіть я брал песок с этой дюны и лжи сюда. Я закончу, знаешь, каким образом? Я напишу туда гадюку, как будет длиться, змей. Вот так полазишь по тем речкам, пожарись, и знаешь, зной, так походишь по воде, и такой кайф. И вода святая, понимаешь? Вода святая, и сразу ноги не болят. Женская дружба возникает из ничего. Ой, ладно, я уже цього стільки наслухалась. Ніхто
никто в жизни мне не запретит восхищаться женщиной. Я не в Соединенных Штатах Америки, где вот скажешь, как ты прекрасна, она тебе на суд подала, что ты сексуальное домогание, понимаешь? Мне запретят, вся любовная лирика вышла из женщины, понимаешь? Вышла оттуда восхищениями женщинами. Я тогда, знаешь, бабам говорю, читайте Шопенгауэр «Трактат женщина», прочитай. То все жены, жена ненавистник, понимаешь его? Понимаешь? А он говорит, бабы это широкозадые, низкорослые дуры, понимаешь его? Но если я ей скажу, что ты такая широкодура, понимаешь? Так он читайте Шопенгауэр, что он про вас сказал, понимаешь? Жена ненавистник. А если бы Шопенгауэр сказал, как прекрасна женщина, сексуальное недомогание, понимаешь? То есть вот эта вся феминизм их дешевый, тупой, понимаешь? Лживость полностью. Там, знаешь, вот Оля же говорит, что я угодник, понимаешь? Вот. Ну как я его, идет весок лет 40. Я ей сказал, у вас чудесный 30-летний возраст, там, знаешь, вот там. Какие женщины окружают, боже ж ты мой, ты что? Я кажу, що він ніякий не підкаблучник, це він собі мстить, він папський угодник. От видиш, як... Ні, я підкаблучник. Я взагалі служу жінкам. Так, служу жінкам. Я должен писати всіх жінок планети, Земля. Тобто я вічно живу, всі треба наїдати. Комісія. Так, місія моя нарисувати. Дамський угодник. Угождаю женщин. Ну, угождаю женщин тоже. Я вот просто своим ученикам говорю, не подражайте, это бессмысленно, не нужно. Пиши как можешь, вот как фильм «Остров», да, вот верь в Бога как можешь. Только не делай больших джекпот, да, і все. Це не означає, що в церкві треба ходити. Правда, є один момент, кому Саша хоче сподобатися. Господу Богу. Да, оце в нього є таке, от, щоб так стидно не було. Да. А більше так, щоб чисто людям, от, щоб коли буде перед Богом встане, щоб не стидно було за те, що робив. Це ну, один, во всякому случае, то, що в мене способності народив Господь Бог, я просто для своей жизни, я счастлив тем, что я выяснил, что я художник, да? Он начал делать свою работу, несмотря ни на что. Плохо тебе или фигово. Как можешь, понимаешь? Как вот тебе дано столько, значит столько. Но пытайся развивать это.